В Москве продают квартиру площадью меньше 9 квадратных метров. Кровать сюда не влезет, объясняет риэлтор. Зато есть выходы для воды, чтобы сделать кухню. Стоит эта квартира 4 миллиона рублей. Первый раз такую квартиру вижу, приехал брат в гости, он в Москве квартиру купил, Дмитровское шоссе, сидел, лата на Думнинской улице, дверь его. Ой, блин, еще. Раз, два, 3 метра, короче, 3 метра. Вообще. Ой, блин. Блин, всем такие хоромы. Как ты такого нажил-то? Какая разница, где ноги-то бросить после работы? Ну да. Сколько квадратов здесь? 3? 8, 7,9. А денег? Полторашка.